Гости нашей студии сегодня – пластовые. Николай Николаевич, внук Аркадия Александровича, и его жена Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, Николай Николаевич, здравствуйте. Я очень рада вас видеть здесь вдвоем. На этот раз год назад был только Николай Николаевич. Сегодня завершается 5-я международная ассамблея художников. И, наверное, уже можно подвести первые итоги. Ассамблея была посвящена 70-летию Великой Отечественной войны, и, естественно, были выставлены работы Аркадия Александровича Пластова в Ульяновском художественном музее. Выставлены подлинники, как я знаю, да, они приехали к нам из Москвы как раз. Может, расскажете немного вот как раз об этих работах, может, по воспоминаниям деда, отца, как они создавались, это тоже интересно. Хорошо, ну, наверное, я скажу или ты. Если можно, я начну. Вот поскольку был вопрос об итогах, я в двух словах скажу о формате и об итогах. А потом мы обратимся вот к Николаю Николаевичу, который эту выставку создавал. Вы знаете, мне в этом году, это не только мое мнение, но и мнение наших гостей, которых, к сожалению, было не так много, но вот Пластовская осень состоялась, и в этом году, может быть, она была особо искренне, особо творчески плодотворно, и всем хотелось, чтобы это продолжалось еще. Это есть, пролетело прямо. Да, это было очень, очень быстро и очень ярко. Может быть, великолепная погода этому способствовала. Но вот это вот общее мнение, что было очень хорошо, очень уютно. Все еще раз побывали в Преслонихе, побывали в Ульяновске, на Венце, посмотрели, как у нас здесь все красиво, нашу природу великолепную. И мы утвердились в мысли, что вот этот формат Пластовской осени очень хорош. Мне на самом деле говорили об этом и раньше наши гости, и его можно расширять. Видите, у него очень большой творческий потенциал. Вот в какой-то момент казалось, что мы уже все сделали, и как бы, а что дальше, куда дальше? А дальше, во-первых, у нас не охвачено Поволжье, наши соседи, великолепные совершенно культурные центры, и Нижний Новгород, и Саратов, и Самара, и Казань. Мы можем их пригласить, можем пригласить с выставками, своими собственными концепциями. Кроме того, вот знаете, как-то вот ландшафтно и топографически мы же связаны Волгой со всеми этими городами, со всеми этими местностями, пространствами. У нас тут и символисты в Саратове, и Петров-Воткин, Хвалынский, и, так сказать, вот, и Фешин, и Бакюрманчи в Казани. То есть это много всего. Даже наш Поволжский край, он может, так сказать, представить ассамблею и вот такое вот культурное событие очень полно и богато. И второе, что бы мне хотелось отметить, мы обрели очень верных друзей в лице совершенно замечательных художников российских, которые к нам приезжали каждый год на протяжении вот всех этих 5 лет. И в этом году совершенно им низкий поклон, глубокая благодарность. Они в самых разных обстоятельствах поддерживали нас, поддерживали Ульяновск, поддерживали Пластовскую осень. Это Алексей Суховецкий, Валерий Полотнов, Анатолий Любавин, Николай Колупаев. Это Виктор Глухов, который подарил городу нашему уникальную коллекцию произведений. То есть это лучшие произведения, созданные за последние несколько лет. То есть мы вот волею случая и, так сказать, благодаря Пластову, наверное, продолжаем получать лучшие произведения современных художников. Я нисколько не преувеличиваю, это действительно так и есть. И в этом году мы могли вот этой выставкой сказать этим замечательным художникам, ннашим друзьям, нашим покровителям московским, если угодно так, огромное спасибо, которые творчески и организационно участвуют, Российский союз художников, во всех этих мероприятиях. Это первое. А второе, конечно,
знаете, вот эти форматы, они выстраиваются, они сами себя выстраивают. Вот была задумана к победе выставка Пластова, ну, безусловно, потому что это время, война и победа, это одно из плодотворнейших, один из плодотворнейших периодов его творчества. И это понятно, подъем, воодушевление. Так сказать, не показной, не заказной, а искренний патриотизм. Народ совершил подвиг, страна совершила подвиг. И, конечно, художники, ну, так оно и было, там поэты этого времени, военные поэты, да, художники. И мало того, страна жила художественно во время войны. Третьяковка была эвакуирована, в Третьяковке происходили выставки советских художников. Огромное количество, и вот выставка, кстати, в Москве, посвященная победе и войне, она тоже, собственно, продемонстрировала, насколько наше искусство было, так сказать, плодотворным и великим именно вот в эти, казалось бы, суровые, тяжелые и совсем не подходящие для творчества, да, для когда пушки грохочут, музы молчат, они у нас не молчали годы. И надо сказать, что вот благодаря Николаю Николаевичу выставка получилась великолепна не только по материалу своему, потому что, ну, материал мы привезли лучшее, что у нас было, и фашист пролетел, и субботу, и портреты, и все. Но она, вот я не побоюсь сделать комплимент своему супругу, что он, так сказать, ее выстроил великолепно экспозиционно. Как он переживал? Учитывая, надо сказать, опыт лучших экспозиционеров, музейных экспозиционеров нашей страны, вот в частности, Владимир Алексеевич Леняшин, который вот по тому же принципу делает выставки. Знаете, там поле такое вот в центре между этими картинами, которые, так сказать, с одной стороны мир, с другой стороны война, радость и счастье, старые и молодые, так сказать, вот это вот все создает удивительную такую ауру, создает вот такое какое-то нематериальное ощущение действительно войны и победы, вот этих всех тягот и в то же время великого освобождения народа. Вот это вот, мне кажется, я, так сказать, я ее сама не только, так сказать, может быть, концептуально думала о ней, то не выстраивала, и вот я бы хотела и музейным работникам, и Николаю Николаевичу вот такой вот, собственно, делать комплимент. Спасибо. Ну, что я могу добавить? Конечно, теперь сложно уже что-либо такое раскрыть и удивить слушателей и зрителей рассказом, потому что Татьяна Юрьевна, в общем-то, в принципе, рассказала, и основные моменты этой выставки понятны. Ну, еще раз, так скажем, повторю, что это действительно как бы два мира, один более серьезные, напряженные на стене, где представлена работа «Фашист пролетел», или, как правильнее ее называть, «Немец пролетел», потому что первоначальное название именно такое было. Это уже после, когда… Но оно не может быть не совсем политкорректно, но оно исторично. Я просто хотел сказать, что после, когда возникла Германская Демократическая Республика, Аркадий Александрович попросили переименовать «Немец пролетел», «Фашист пролетел». Вот. Но в данном случае показан четвертый вариант этой работы, который, вот тут тоже тесно переплетены такие исторические дорожки, такие. Ульяновский областной художественный музей в свое время думал о том, как бы попросить Аркадия Александровича написать «Фашист пролетел» для музея. Он написал на склоне лет, это был 71-й год, он этот «Фашист пролетел», или как он его снова назвал, «Немец пролетел», он более насыщен по цвету, он более похож на сегодняшнюю осень, вот, которая сейчас за окном, вот с этим солнцем, с этим белой поволокой, не сильной дымкой над горизонтами. Вот этот вот как раз особо контрастный, трагический момент, наверное, вот, в этой работе. Первые варианты «Фашист пролетел», они были более
сдержанно по цвету и как бы сопутствовали в целом такой трагической картине. А эта работа построена на контрасте, как бы ничто не предвещает трагедии. И внимательный зритель, вдруг как внезапно увидевший это наяву человек, из благости такой чудесной попадает вдруг вот в такую страшную трагедию, в страшный диссонанс такой жизни. Вот. И рядом с этой работой повешены картины, портреты вернувшихся с фронта, значит, раненых, и напротив уже чуть позже написанный портрет победителя лейтенанта Тоньшина, которого по воспоминаниям деда совершенно мальчишкой под слезы, страшные слезы провожали на фронт, значит, в 41-м. И вот он уже победитель с медалями, уже подбоченившись, уже в свете какого-то победного солнца сидит, гордым взглядом взирая на нас. А другая стена, она как-то более повседневная, что ли, вот такая вот повседневной жизни, ну, не сказать прифронтовой, военной деревне, а какие-то дети, какие-то тщательно написанные портреты стариков и поразительная картина «Суббота». Это какая-то такая возникла надежда после 43-го года, надежда на то, что мы победим обязательно. И вот эти вот уже женское тело, опять же, в таком контрасте к холодному зимнему состоянию, вышло из бани за водой, почерпнуть, добавить. Вот, и это розовое в накидке женское тело, оно как жемчужина на этой стене, все связывает и держит. А в отдалении, ну, это лучше один раз увидеть, сидит портрет старушки Акулины Ларионовны, значит, жены сторожа церковного, она была повитухой. Вот все кругом, вот этот народ, который весь на выставке стоит в виде портретов, он прошел через ее руки. Понимаете? То есть она приняла на свет вот эту вот прислониху, вот, ну, своего рода мать-земля, так как-то. И, в общем, приходите, увидите все это своими глазами. А вы этих людей тоже застали? Я часть застал, часть, конечно, умерла еще до моего рождения, но очень много рассказов было мне и от родителей, и от деда про них, и остались фотографии и так далее. А вот вторая выставка, которая сейчас через несколько минут мы пойдем открывать, это выставка Виктора Васильевича Киселева. Это удивительной дружбе было полвека. Вот они вместе прошли очень многое, и в данном случае и войну тоже. Но как? Виктор Васильевич в действующей армии. А сокрушающийся совершенно Аркадий Александрович, переживающий страшно за будущность своего верного ученика, друга, он здесь, Прислониха, Москва, Сталинградский фронт, командировки. И между ними не прекращалась связь через письма, которых Аркадий Александрович Виктору Васильевичу, как первому зрителю, посылал будущие свои картины в виде небольших акварелек. То есть вот и такая вот художественная поддержка была, как бы, чтобы Виктор Васильевич помнил, что он художник в любой момент. И Виктор Васильевич помнил. Мы увидим это на выставке, вы понимаете? Это документальные, это строгие рисунки, строгие портреты героев войны, которые вот тут, прямо сейчас, только вчера совершали какие-то свои подвиги. И это все живо у Виктора Васильевича на этих документальных, удивительно точных по настроению, по рисунку произведениях. А правда, что Виктор Васильевич был единственным учеником? Вот таким от и до, да. Угу. Да, потому что дело в том, что Аркадий Александрович очень... Их взаимоотношения и их, собственно, дружба, вот это ученичество,
началось, когда Пластов был сам очень молод. Он только что закончил, то есть даже не закончил, помешала революция, училище живописи, войны и отечества. К нему привели, то есть вот родители узнали, что живет такой профессиональный художник, и двух одаренных молодых людей туда отправили. Виктор Васильевич начинал со своим, значит, другом заниматься у Пластова за мешок зерна. Вот, да, то есть вот такая вот была оплата. И Пластов, конечно, отнесся к этим занятиям очень серьезно. И мы сейчас изучаем вот эту систему образования. Это была такая смесь, такой, знаете, традиционной европейской мастерской, когда учитель и ученик, в общем, вместе как бы работали, с одной стороны. А с другой стороны, это... Там были приемы совершенно таких жесточайших студий. То есть вот выдержит ученик, значит выдержит, не выдержит. То есть вот эти, знаете, такие присказки Пластова, они, конечно, в современном педагогической системе неприменимы совершенно, потому что можно себе представить вообще отчаяние наших бедных студентов, если мы им такое скажем. Ну, например, не можешь рисовать, нечего учиться. Натюрморты ставились, то есть вот педагогическая система Пластовой и, скажем, архангельского, она была прямо противоположной. Архангельский все строил на таком удовольствии, на радости цвета, на вкусности, на красоте пейзажа. То Пластов, знаете, какие натюрморты ставил? Вот, он из стульев, скажем. То есть вот эти вот плоскости, то есть геометрические какие-то, так сказать, фигуры, угольники там и циркули, расположение предметов в пространстве. Человек это не может сделать, значит, он непригоден. А потом только через год разрешил писать краски. То есть он лишил вот этих вот ребят молодых, один не выдержал, он ушел. А вот Виктор Васильевич, он очень верный ученик, то есть который вот с Пластовым остался, несмотря на все его... И он был невероятно требовательным человеком, и к другим, и к себе. Вот опять-таки у нас существует такой вот, знаете, такой проблема оценки. Как сказать человеку, что он еще не достиг, что ему еще надо много-много работать? Он это делал. Он мог поправить работу сам кистью. Он мог сам соскоблить работу, если она сделана. И опять-таки Виктор Васильевич это все выносил. Он понимал, ему было дано, ну, во-первых, он был человеком православным и смиренным, и терпеливым, и, видимо, настолько боготворящим просто вот своего учителя, и очень желающим научиться. А ведь у Киселева были разные учителя. Он учился не только у Пластова, он учился у Крымова, он учился у Сергея Васильевича Герасимова. Он прошел очень такую основательную и мощную школу. Но главным учителем, конечно, Пластов был до конца жизни, он всегда с ним сверялся. И вот эти две выставки, которые одновременно, вы знаете, они как-то вот вдруг неожиданно, с одной стороны, и войну раскрыли с разных сторон. Вот человек, который там же тоже будет у Киселева, война, и он был участником войны. И многие его свидетельства как художника, он рисовал, собственно, героев, солдат и делал подписи. Это все уникально, это даже не произведение искусства, а и плюс к тому, это уникальный исторический материал. Это история глазами художника на самом деле. Кроме того, Виктор Васильевич удивительный, вот чем более проходит время, тем мы осознаем ценность его как живописца. Пластов его учил, но он вышел не, так сказать, не копией своего учителя. Он вышел очень самобытным художником, в чем-то, конечно, выученным Пластовым, но с другой стороны, не похожим, со своим миром, со своим представлением о жизни, о смыслах ее. И вот это вообще это уникальное такое соседство, содружество. Они же жили в соседних селах, ходили друг к другу за 25 километров. Этот путь, он до сих пор существует. Они, кстати, вырезали, когда началась война. Пластов пришел в Комаровку, он его как бы проводил, этот путь его. И они вырезали на березе дату расставания. Да, это было. Да. Перед войной. Но надо сказать, что Виктор Васильевич, вот я читала на конференции там отрывки из его писем, когда его призвали, это было не страхом, а когда он получил повестку, он обрадовался.
пойду вместе со всеми. Вот нам сейчас не понять. С души упал камень. С души упал камень. Да, с души упал камень. Буду вместе со всеми. То есть у людей было не то, что, знаете, как сейчас вот у молодых людей призывного века, повестка пришла, там вообще мама не знает, что делать, и все. А там человек, как, мне пришла повестка, значит, все, я призван, я, значит, вот, достоен, я достоин. Ну, потом, конечно, стало понятно, но вот это вот первоначальное ощущение не то, что своего долга, а просто вот, так сказать, как в присяге, да, что это долг и святая обязанность, вот этой святой обязанности. То есть вот она у Киселева была, она не пишет. И он действительно прошел войну, хотя Пластов потом пытался, конечно, он пытался спасти его, и как художник он хлопотал, и потом в конце концов перевел его в студию Грекова. Вот, и, конечно, это удивительно, что вот эти две судьбы здесь сплелись, и они реализовались вот в такой очень мощный творческий потенциал Киселев и Пласт. Ну, вот когда касаешься темы военных лет, выставки именно Пласта, вот, военных картин его, вот, от того времени, и она у нас здесь в региональном пресс-центре проходила, репродукции были, задавали вопрос, почему Аркадий Александрович не воевал? Это, я думаю, что, слава Богу, что он не воевал. Он по возрасту не воевал. По возрасту просто, конечно. Да? Он по возрасту сколько не воевал. Он был майором интендантской службы. Ага, То есть он просто уже по возрасту не воевал. И кроме того, я вам хочу сказать такую вещь. Вот при всем том, что, собственно, вот, так скажем, режим, да, вот там сталинский, как угодно можно называть, да, он оценивается там историками по-разному и так далее. Но у государства, у правительства была вот действительно очень большая забота о творческой интеллигенции. И в первые там дни войны были приняты какие-то специальные документы, которые, значит, вот предписывали сохранить этот творческий потенциал страны. Вот этой зимой, по-моему, до сих пор идет в Институте реалистического искусства, проходит выставка «Искусство в эвакуации». Были вывезены вместе с... Ну, мы знаем, что были вывезены и писатели, там, Башкирию, в частности, и были вывезены художники в Самарканд, был эвакуирован, театры эвакуировались, то есть вот несмотря на такую, в общем-то, почти трагическую ситуацию, в начале войны были выделены и средства, и вагоны, и подготовлены, то есть эвакуировали заводы, и эвакуировали художников и артистов на восток, чтобы их сохранить, и была объявлена вот эта «Золотая сотня». Причем представим себе, что в эту «Золотую сотню» входила в том числе и только что вернувшаяся из эмиграции Марина Цветаева, которую тоже вывезли. У нее семья была, там муж и дочь арестованы, а она сама была вывезена тоже в эвакуацию от войны. Поэтому, то есть все наши, в общем-то, выдающиеся... Пластов, конечно, но он и так жил, как бы, да, вот в прислонихе ему. Но, опять-таки хочу сказать, обеспечение было такое мощное, что когда он приехал уже после начала войны в Москву, и ему сказали: «Аркадий Александрович, вам положены продовольственные карточки», он просто там, то есть там действительно там выдавалось масло, потом выдавался даже шоколад, вот этот ленд-лизовский, он привозил сыну шоколад. То есть творческая интеллигенция обеспечивалась правительством, ну, не знаю, там уж не на 100%, но во всяком случае, так сказать, им было сытно, и у них были, и мало того, были заказы. Были заказы, оплачиваемые, была, да, была вот как это называлось, контрактация, да, к выставкам. Они зарабатывали деньги, они не были брошены, и были великолепные выставки. Все наше военное искусство было представлено на выставках, вот «Великая Отечественная война», там «Фронт и тыл» в Третьяковской галерее. Поэтому вообще искусство – это тот самый фактор, который помог, безусловно, Советскому Союзу, армии. Ну, были вот эти бригады этих артистов, та же самая там Русланова, выезжали на
в действующую армию, давали концерты, театры давали концерты, а художники тоже кистью и пером участвовали. А у нас же великолепная выставка плаката еще открылась. Да, кстати. Вот. И военный плакат, это тоже такой пласт мощный советского искусства. Там очень были и мастера выдающиеся, и опять-таки плакат – это искусство 20 века, надо было без слов, это вот, знаете, вот то самое современное, наверное, искусство, концентрация смыслов в плакате происходит, и самый лаконичный, самый доходчивый, самый такой рафинированный язык. Вот, поэтому у нас, кстати, выставка великолепная, ее тоже можно, так сказать, вот к нашим безусловным достижениям причислить. И у нас великолепная школа плакатистов вот, в Советском Союзе, в России существовала. Так что все это связано, и действительно, я думаю, что вот эта тема войны, она здесь очень мощно представлена. На Пластовской осени. Татьяна Юрьевна, вот буквально сейчас закончилась ваша публичная лекция, она называлась «Пластов и русская литература». Почему была выбрана именно эта тема для Пластовской осени? Вы знаете, она была выбрана мной, потому что это тема моей жизни. Я по образованию филолог, я, так сказать, занималась русской литературой, но волею судьбы я попала в семью Пластова, и стало скоро понятно, что мне придется совмещать. Я сейчас, наверное, более искусствовед, чем филолог, но тем не менее, то есть, ну, такой практикующий филолог, да, то есть я и пишу как искусствовед, и занимаюсь исследовательской работой, но я читаю лекции в Московском академическом государственном художественном институте имени Сурикова по истории русской мировой литературы. То есть вот общение со студентами для меня дело привычное, радостное, знакомое. И вот соединить, собственно, изобразительное искусство и литературу, и, значит, вот показать, как Пластов интерпретирует смыслы русской литературы в своих иллюстрациях, вот было моей задачей на этой лекции. Вчера Николай Николаевич, когда я ему сказала, в семье Пластовых вообще удивительные женщины, все как на подбор, и он добавил, Татьяна Юрьевна самая твердая из них, благодаря ей сейчас сохраняется творчество, творческое наследие. Я думаю, что это не совсем правда. Наталья Алексеевна была очень твердым человеком. Да. Несмотря на то, что она была, вот кажется, она разделила, вот она была удивительным человеком. Во-первых, она была человеком вот, истинно православным. А истинное служение требует твердости духа. И вот она обладала этой твердостью духа. И если бы она ей не обладала, она бы не выдержала долгие годы жизни в деревне без мужа, с маленьким сыном, выполняя всю сельскохозяйственную и домашнюю работу и так далее. И она даже с Аркадием Александровичем, с его бешеным темпераментом, могла настоять на своем. То есть здесь Наталья Алексеевна, конечно, была тоже очень. Она для нас пример, в общем, твердости духа и такого служения, подвижничества. Она была удивительным человеком в этом плане. Ну, я знаю, вы уже рассказывали мне эту историю, что вас познакомили как раз родители Николай Николаевич, Николай Аркадьевич, Елена Николаевна. Знаете, я немножко была похожа в детстве и в юности на какие-то пластовские образы. У меня были две косы. И вот я была чем-то, видимо, напоминала, не то что, а вот именно вот этот вот, я сейчас понимаю, мне говорят, ты похожа там на что-то, я говорю, нет, это не я на что-то похожа, это меня подбирали вот под этот под вот, этот образ. Да, под картины. В результате подобрали. Да, подобрали под картины, но это давно было. Поэтому на самом деле этот момент был. Ну, дело в том, что Николай Аркадьевич, ну и как и Аркадий Александрович, вообще художник смотрит на натуру, смотрит, там некрасиво-некрасиво, а он смотрит, насколько это пластично, пластически ценно, да? как бы это написать. Да, вот. Да, да. Это не обязательно должна быть какая-то, знаете, рафинированная красота модели или вот что-то. Вообще, это, мало того, это диаметрально противоположно тому, что нужно художнику от жизни. Вот этот гламур, косметика и так далее. Вот художник, если девушка хочет понравиться художнику, она должна вот об этом как-то забыть. Все естественно, конечно, да, совершенно верно. Николай Николаевич, а что вы испытали, когда увидели первый раз Татьяну Юрьевну? Вы знаете, здорово было. Я был в армии,
в это время. И когда я пришел в какой-то вот этой шинели военно-воздушных сил, значит, ну я как же... У вас с дедушкой даже... любовь, видимо, так, ну, Арк Александрович вот... себя тоже в празднике да, урожая. Да, вот, пришел в мастерскую, приехав из... Я, меня все-таки далеко от Москвы не услали, и я служил в Монино, в спортроте, значит, вот, в военно-воздушной академии Гагарина. И может, я там... с гордостью сказать, что ты служил да, в военно-воздушной академии. Да, да, да. Все очень хорошо интересно. Было в спортроте, да. Но он там писал в основном. Ну да, но там приходилось выполнять всякие плакаты, портреты некоторых личностей и так далее. Ну, но материалы нужно было иметь профессиональные. Они были в мастерской на Верхней Масловке. И вот когда я в очередной раз приехал за какими-то тюбиками, я открываю, и отец пишет портрет очаровательной совершенно особо. А он тебя не предупредил, да, даже по телефону, вот. Что так? Ну, мобильных не было. Ну, ты не знал, это... просто неожиданно. Да, не для верю, меня было это достаточно неожиданным явлением. Вот. Ну, и так как-то вот... Колька, ну ты же проводи девушку до дома. Ну, родители, конечно, очень мудрые родители. И как-то они так все мудро подвели. Нет, дело в том, что Николай Аркадьевич действительно писал мой портрет. Но, конечно, где мы с ним познакомились, во-первых? Вот где надо знакомиться? Это такая инструкция для родителей. Вот. Мы познакомились в книжном магазине на улице Веснина. Правда, я туда пришла первый раз, потому что это был очень дорогой магазин, где продавались книги зарубежных издательств. И я там покупала четырехтомный учебник французского языка «Муже». К сожалению, выйдя замуж, я потом так и не выучила, как надо французский язык. Только английский знаю хорошо. Вот. А Николай Аркадьевич покупал двухтомник Донателло. Огромный, очень дорогой. И я не обратила внимания, собственно, ни на него, ни на Елену Николаевну, которая его сопровождала. Но передо мной человек... То есть, если моя книга стоила мою стипендию, вот, то книга, за которую платил деньги Николай Аркадьевич, она стоила зарплату, вот по тем временам, была хорошую зарплату. И я просто была потрясена, думаю, надо же, люди тратят на книги, но я тоже тратила свою стипендию на книги всегда, регулярно. Я так несколько позавидовала, думаю, надо же, но я видела, какие книги там стоят. Вот, и он купил Донателло совершенно потрясающую, и до сих пор она, так сказать, существует. Вот, и когда мы выходили, но он же тоже понимает, что он знакомится с девушкой в книжном магазине, понимаешь, они где-то там в другом месте. Вот, и когда мы выходили, он ко мне подходит и говорит, вы знаете, вот я художник, я хотела бы написать ваш портрет. Но тут было два, конечно, я была девочка с филфака, и, так сказать, мы не знакомились вообще на улице, и, так сказать, там был, я не знаю, как сейчас, но раньше это, в общем, достаточно была такая привилегированная каста, и такая, знаешь, снобистки. И потом мы учились, нам было не до молодых людей, на младших курсах, было тяжело учиться, вот. Но там было два смягчающих обстоятельства. Он был, во-первых, с школьной мамой, с Еленой Николаевной, она была потрясающей красоты, женщина с такими яркими, горящими глазами, с невероятно доброй улыбкой. И она вот так вот сияющими глазами на меня смотрела. И самое главное, Николай Аркадьевич вынул удостоверение, был секретарь Союза художников, и я прочитала фамилию Пласт. Он меня, наверное, хотел поразить. Я не знаю, чем он меня хотел поразить. Ну, утвердить тебя вот. Мысли, что я сказала Пластов, а вы родственник Арка Александровичу Пластову. Он был удивлен, что я знаю Пластова, наверное, все-таки. Вот. И я согласилась. Сейчас мне было безумно. Я сказала, да, я согласна на все портреты, потому что мне очень захотелось попасть в мастерскую Пластова. А история была на самом деле еще более, она уходит, так сказать, в детство мое. Я училась в английской школе раньше, вот были такие, ну, сейчас они, наверное, есть в школе, где ряд предметов преподаются на иностранном языке. И у нас были такие темы по искусству, надо было говорить об изобразительном искусстве. И вот у меня была тема Пластов. То есть я могла о Пластове в то время, в течение там, какого-то, не знаю, 15 минут говорить хорошо на английском языке.
Вот, поэтому для меня фамилия Пласта была знакома. Мало того, я знала его творчество на английском языке. Вот. И Николай Аркадьевич был потрясен, когда я уже пришла в мастерскую. Я пришла в мастерскую, кстати говоря, с мамой. Это тоже его подключил. Мама сказала, как, куда в мастерскую? Хорошо, Пластовая все равно, это невозможно. Это не... Я была из очень строгой семьи. Вот, происходило. И когда я пришла с мамой, конечно, он тоже был, так сказать, по-хорошему, так сказать, удивлен и понял, что он имеет дело с, так сказать, очень такими людьми основательными, серьезными, интеллигентными и так далее. Вот, ну а потом в процессе общения там опять-таки было что? Там было, во-первых, я прекрасно знала творчество Пласта, ну не прекрасно, а в рамках, так сказать, mm-hmm. вот, книг, которые я читала еще в школе. А второй, я к нему приходила после великолепных лекций профессоров Московского университета. Понимаете, я могла на любую тему говорить. Хотите об античности, хотите там, я не знаю, о современном каком-то искусстве. Еще. Он, конечно, был очарован. Я понимаю его. Я бы тоже, наверное, сейчас такую девочку тут же попыталась сына, ну, да. как-то придержать. Имея взрослого сына, я бы, наверное, тоже попыталась что-то такое придержать. Николай Аркадьевич мне сказал, что портрет будет очень, значит, длительным. И что Серов... писал по 70 часов. Но я, конечно, это в мои планы не входило. Вот. Ну и вот как-то так все случилось. Следующий год будет юбилейный для вас, да, Николай Николаевич? Ну, можно сказать, да. Казалось, как... грусть. С грустью, да, с какой-то. Как вы его будете отмечать, юбилей? Будет ли персональная выставка? Я постараюсь никак не отмечать, потому что... Я вообще насчет этих юбилеев такой... Как-то... Не, ну выставку-то, в принципе, хорошо бы сделать. Ну, возможно. Мы будем над этим работать. Да, вот, и в Ульяновске тоже. Она будет, вот это хорошая мысль, работать. Да. Да. Я думаю, что да. Я думаю, что дело не в том, что это... Ведь выставка – это не какой-то, знаете, себе комплимент или еще что-то. Это для художника, на самом деле, очень большое испытание. И вот это вот целого. Увиливание, ну, конечно, Аркадий Александрович персональных выставок тоже себе не позволял при жизни, но он был очень занят. Я понимаю, его захлестывало. Он понимал, что если он будет отвлекаться на выставку, он не сделает то, что он. Да. Но с другой стороны, какой-то вот, как говорится, такое. Злонамеренное увиливание от персональных выставок есть проявление какой-то трусости, я бы так сказала. Вот. Да, это как поэт, который пишет в стол и боится показать и так далее. Поэтому, ничего, я думаю, потом, что надо... Потом это неинтересно. Замечательный пейзаж надо показывать. Надо посмотреть в глаза своим зрителям, выслушать их разочарованные какие-то... И покраснев от стыда, писать следующее. Да, нет, ну надо быть к этому готов, вдруг не понравится. Ну или наоборот, обрести каких-то поклонников и поклонниц юных, желающих тоже так же, как вот вы, посмотреть на мир русской природы, поделиться своими, так сказать, жизненными открытиями. Вообще, на самом деле, Николай Николаевич же имел счастье, как и все другие члены нашей семьи. У нас была великолепная выставка. Но это русский музей настоял на такой формулировке, чтобы... Ну, понимаете, музей ищет новые форматы. Но все время показывать Пластова, а тут показали всю семью. И там люди ломились для того, а как у них, а сын, а внук, да? Конечно, это же интересно. Потом портреты, иконы Григория Гавриловича, работа, конечно, в основном... Все, да. В основном был Аркадий Александрович, конечно, но все остальные члены семьи. И, надо сказать, интерес к тому, кто есть кто, а где сын, а где вот это было тоже потрясающе. И выставка, знаете, это имела такой успех, я не ожидала. Там стояли очереди, и даже вот в дни выходные, даже уже какие-то очереди, ну, какие-то нехорошие очереди стояли в кассу. Я бы даже, вот если бы я стояла в такой очереди, как-то мне уже даже было бы тяжело. Вот. Полно было народа, детей. Так что я считаю, что вот это соединение Петербурга и, так сказать, творчество Пластовой, наших вот симбирских реалий, было великолепно.
Так что и, мы ждем вашу персональную выставку в следующем году. Спасибо. В декабре следующего. Мы можем на Пластовской осени также? Нет, ну раньше дня рождения как-то нехорошо. Да что это? А, то есть ты хочешь вот так. Ну ладно, я думаю, что мы придумаем формат, но на самом деле отчитаться, тем более ты вот так вот, да. Спасибо за предложение. Тебе будем, уже сказали спасибо будем, в этом году, надо оправдывать. Ну да, будем думать, докрашивать квадратные метры. Квадратные. Ну, прямоугольные метры. Не буду вас задерживать, знаю. Спасибо вам большое, было очень приятно. Спасибо вам. Всего доброго.